1 сентября – волнительный праздник не только для учеников, но и для родителей. Звездные мамы и папы проводили своих детей в новый учебный год. Посмотрим, как готовились знаменитости к 1 сентября и какие букеты дарили учителям. Наталья Ионова проводила дочь Лидию в 3 класс. Девочка пошла в школу с букетом, который ее звездная мама специально заказала в Испании. Ну вот и проводили. Настрой, как видите, хороший. Вместе смотрим в светлое будущее. Поздравляю всех с началом учебного года. Всем терпения и, конечно, желание узнать что-то новое, написала певица в Инстаграм. Сыновья Андрея Григорьева Аполлонова, 12-летний Иван и 8-летний Артемий, не в восторге от начала нового учебного года. Своим учителям мальчики подарили букеты из подсолнухов. Певица Ольга Орлова также отправила 15-летнего сына в новый учебный год. Дочь Дмитрия Маликова, Стефания Маликова, поделилась с подписчиками фото с букетом роз, который она собрала на свое прощальное 1 сентября. Ксения Бородина также в этом году отправила дочь Марусю в 1 класс. «Моя доченька, сегодня ты стала совсем взрослая. Мамочка провожает тебя в 1 класс. Я не буду рассказывать, какая ты умненькая у меня, интеллигентушка. Я просто спокойна за тебя. Я знаю, что у тебя в твоей школьной жизни все будет хорошо, что маму ты будешь радовать и приносить домой хорошие оценки. Пусть у тебя все получится. Я в тебя верю», – написала телеведущая. Маруся будет учиться в школе молодых политиков. 10-летний сын Ирины Дубцовой Артем Черницын приготовил учителям букет из роз в коробке. Первый класс отправил дочь Марию рэпер Баста. «Я даже не думала, что это будет так волнительно», – призналась супруга музыканта Елена Пинская. Актриса Екатерина Климова вернулась из отпуска в Испании и также проводила троих детей в новый учебный год. «Легкое возмущение по поводу 1 сентября. Всем детям и родителям терпение», – написала в своем Инстаграм певица Полина Гагарина, опубликовав фотографию сына Андрея. Вера Брежнева вместе со старшей дочкой Соней привела в школу свою младшенькую Сару. Девочка пошла в 1 класс уже с солидным багажом знаний. В подготовительном классе она учила английский, а вместе с мамой еще и занималась итальянским. Сара увлекается живописью и танцами, поэтому несложно догадаться, какими будут ее любимые предметы. Также представляем вам еще фото детей-знаменитостей на линейке 1 сентября.